Да, сегодня я буду играть в Destiny 2. Будем проходить прохождение. В данный момент я отправляюсь на планету Несс. Нет, не Несс, Ио. Да, на Ио. Я уже перепутал все задания. Все у меня в голове такая каша. В Ио нам нужно выполнить задание, которое называется, по-моему, Династия. В общем, сейчас мы прилетим и посмотрим. Все прохождение происходит в режиме онлайн, то есть режим стрима. Стримлю я на Твиче, так что пользователи Ютуба, если желаете зайти на прямую трансляцию, подписывайтесь под видео, ссылочка на Твич. В общем, добро пожаловать. Так. Что нам, куда нам нужно идти? Не знаю, может взять сейчас на Ио уже можно вызывать мотоциклы. Ну, вроде рядышком, ладно. Пробежимся, прогуляемся пешком. Давайте укокошим вот этих вот дядек. Темных. Темных, темных. Так, 3 патрона потратил, 4 нашел. Выгодно, выгодно. Бизнес. И ничего больше. Так, вот он этот флажочек. Приступить Страж, к выполнению поручения. Если ты не занят, ты можешь помочь мне. Как тебе известно, на меня работает широкая сеть доносчиков. Тайных людей. Одному из моих агентов показалось, что одержимые странно ведут себя с вексами. Она пропала. Печально слышать. Мы узнаем, что к чему. Может, это все пустяки? Голосок у него такой прикольный. Ну, смешной. Какой-то из какой-то комедии он мне напоминает. Вот, где-то такой голос. Кто это, интересно, озвучивает? Не люблю я вот с этими темными дядями драться. Честно. Сука, откуда стреляют? Куда ты стреляешь? Гад, гад ты. Патроны поразлетались в разные стороны. Исследовать мест. Исследовали 0 из 3. Ну, чувствую, сейчас будет жарко. Что-то мне так кажется. Давайте подзарядим немножко. Сейчас меня убьют. Да? А если я вам брошу вот так гранату туда? А? Не? Неуязвимость. А что мне с вами делать? Блин. Блин. Блин, у меня джойстик трактора тарахтит. Так, давайте, давайте, выходите, ребятки. Я никак не привыкну к луку. Вот реально никак. Так, они куда-то перемещаются. Или отбиваются от кого-то.
Так, чтобы наносить урон, нужно зайти сюда. Ближе. Давайте отхилимся. О, они выходят, что ли? Не, неуязвимость у него. Так. Так. На. На. Так, 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 так. А, я так и знал. Ребята, кажется, одержимые захватывают вексов. Зачем им это? Они пытаются их покорить? Икора, я тебя умоляю. Без своего короля они не могут покорить даже самого тупоголового гоблина. Не спеши судить, Ашермир. Невозможное случается удивительно часто. Так, ладно. Пошли дальше. С патрончиками вроде у меня порядок. Хоть немножко, немножко привык. Как первый раз я взял лук в руки, я не мог к нему долго привык. Чувак, ну ты толстый прям. Толстячок. Боровичок. Угу, нам не туда даже. Нам даже куда-то не туда. Я даже не пойму, куда нам. Так, собрать сведения для Икоры. Исследовано мест 3. А, исследовать. А исследовано одно только. Так, 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 друзья мои. Темные. Интересно, куда тот толстячок пропал? Куда он делся? Блин. Все вроде. Снизу, да, стреляют? Угу. Так, хорошо. Хорошо, куда дальше мне идти? Ну, здесь так все запутано. Прям запутано. Не, не долечу я туда. Хорошо. Thank you.
Стрелочка хоть и показывает идти туда, но она как-то так вращается, что... В общем, непонятно, куда идти толком. Че, идти туда же носовой вверх нужно, что ли? Не знаю. Сюда я не залезу. Отхилился гад. Даже не знаю, всю, как бы мне залезть сюда. Так, все, валим. Надо отхилиться. Уничтожить колдуна. Да сдохни ты, блин, гад. Где этот колдун? Не ты колдун. Не знаю, гранаты на них как-то влияют или нет. Поддержу Икору. Здесь творится что-то неладное, и одержимые хотят от нас избавиться. Так, два места мы исследовали, погнали, погнали далее. Что мы там нашли? Какой-то шлем интересный. Так, 787 силы, 797. Первичная осада одена класса. Ну, давайте оденем. И что-то здесь еще новое, да, укус. Так, без 724. 794. Так, не использовано 5 энергии. Улучшает захват цели, точность стрельбы и скорость прицеливания револьверов. Луков, линейно-плазменных винтовок, снайперских винтовок, бронебойных дробовиков. Давайте оденем. Что ж, испробуем. Ну, смотрится так неплохо. По-моему, у меня такое уже когда-то было. Или похоже что-то на это было. Ну, было. Что-то было. Ага. Сколько вас тут?
Так, так, так. Перезаряжаемся. Уничтожить колдуна. Сейчас я достану свой меч. И будем валить его. Я поймал передачу вексов. Похоже на сигнал бедствия. Попробуем отследить. Идти к костяным норам. Так, так, так. Я все собрал здесь. Ничего интересного нету со шмоток. Наверное, ничего. Ладно, погнали туда. Надо было забрать, взять сейчас байк, наверное, да? Сейчас, может, и возьмем. Ну и дальше куда? Возрождение ограничено. Собрать сведения о пленных вексах. А, я ж лук отдал, я забыл. Они что, дремают, что ли? Так, надо спускаться. А, и брать его мечом. Так я долго буду его убивать. Да может, конечно, он хорошо. Кажется, мы нашли одержимого рыцаря, который все это затеял. Он сбежал, но мы напали на его след. Это существо догадалось бежать? Странно. Будьте осторожны. Только Орикс, одержимый король, мог захватывать своих врагов и обращать их. Боюсь, мы ошибались. Так, миссия выполнена. Ну, в принципе... Можно было бы на этом не закончить. Наверное, на этом я и закончу, ребят. Но у меня на этом все. Всем пока, друзья.